Пошел я от аэропорта в сторону спотерской точки, смотровой площадки. Аэропорт у меня сзади остался. А я иду туда. Посмотрел по карте. Где-то здесь рядышком. Надо сделать пару поворотов и выйти там на Радуньос, улицу Радуньос. Прошел конечную. Вот конечная, Радуньос Соду. Там аэропорт. Здесь какой-то значок, походу, даже есть указатель на эту точку. Вот иду в темноту, туда вот. Дорога еще уже, фонари уже не горят. Здесь такие дачный поселок такой небольшой. А вот и точка, Spotting Point. Машина уже какая-то стоит, нифига себе. Кто-то уже спотит, что ли? Такую срань. Охренеть. Вот это, да. Точка интересная. Освещенная. Ну, клево. А здесь дача. Дачное сообщество Авиаториус. Ну, это однозначно самая крутая точка, которую я и видел из тех, что я и видел. О, здесь все видать. Рядышком здесь рулежка как раз. Вот она, рулежечка. Взлетка рядышком. Аэропорт. Тут специальный вот такой подиум на лесенке. И вообще, тут даже вот лавочки есть. И под навесом. В Риге такого нет, и Гданьске вообще нет такого. Однозначно, это самая топовая точка для спотинга. Это Вильнюс, Литва. Тут даже знаки для инвалидов. Вот стоянка, тот значок. Стоянка для инвалидов. Паркинг. Контрольно-следовая полоса КСП, чтобы не лазили здесь. Ну, вообще, я вообще в шоке. Я в шоке. Ну, я, конечно, пришел не очень удачно. Еще рано слишком. Еще темно. Еще темновато. Еще и такую погоду, блин, дождь какой-то мелкий идет. Капает иногда. В общем, сегодня мне, конечно, не повезло однозначно. Надо сюда летом приезжать. Когда день длинный, что прямо с утра и сюда на пост. Ну, вот я за час дошел. За час от автовокзала, он же железнодорожный вокзал, прямо до аэропорта. От аэропорта здесь 10 минут ходьбы. До этой точки.